Здравствуйте, вы смотрите InstaLab, и мы продолжаем новый сезон прямых эфиров с представителями институтов. И сегодня у нас на связи Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Дорогие абитуриенты, в ходе прямого эфира вы можете задавать свои вопросы на тему поступления, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На все ваши вопросы ответят наши уважаемые спикеры. Директор Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Багаутдинова Наиля Гумеровна. Заместитель по международной деятельности Полякова Оксана Викторовна. Руководитель Центра профориентационной деятельности и взаимодействия с работодателями Улингов Руслан Анатольевич. Но перед тем, как перейти к вступительному слову спикеров, я предлагаю вам посмотреть презентационный ролик Института управления экономики и финансов. А сейчас со вступительным словом выступит директор Института управления экономикой и финансов Наиля Гумеровна. Добрый день, дорогие абитуриенты, добрый день, родители, добрый день все, кто нас слушает. Я очень рада приветствовать вас на наших инсталайфах. Дело в том, что мы сегодня проводим первый инсталайф по приему. Может быть, вы немножко замерзли, исходя из того мороза, который у нас идет, но прием «Жаркое лето» не за горами. Морозы кончатся, снег пройдет. Пройдет весна, и вы придете к нам поступать в наш прекрасный институт. Институт управления экономикой и финансов в Казанском федеральном университете существует более 10 лет, а сама Казанская экономическая школа, она ровесница Казанского императорского университета и исторически насчитывает более 200 лет. На сегодняшний день это большое количество студентов, большое количество образовательных программ, направлений. Вам уже в ролике кое-что показали, но на многие вопросы мы ответим. Это наши но мы набираем и ждем вас на наших классических направлениях. Это экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Это география, педообразование с двумя языками в области экологии и географии. И многие другие, но это вот наши основные направления. Мы очень рады каждому, кто приезжает к нам, кто поступает к нам, ведь наш интересный эконом готовит чемпионов. Эконом — это не просто название, эконом-чемпион — это не просто девиз. Практически, я хочу сказать только, наверное, одну ключевую фразу, практически две трети правительства Республики Татарстан и часть правительства Российской Федерации, уже не один, а несколько часть правительства Российской Федерации состоит из выпускников Казанской экономической школы, Института управления экономикой и финансов, как она как бы называется сегодня. Поэтому мы ждем вас, ждем всегда, ждем успешных и учим вас на то, чтобы вы, может быть, где-то не всегда уверены в себе, может быть, чуть испуганные, но вы, придя к нам, пополните ту семью чемпионов, которые находятся во главе и Республики Татарстан, и Российской Федерации. Дорогие мои абитуриенты, мы вас ждем всегда, везде. Я еще раз говорю, закончится зима, хоть где-то принято говорить, что зима близко, она пройдет, эта зима пройдет, и пандемия пройдет, и вы придете к нам и станете теми чемпионами, которые будут жить в другой, обновленной, красивой, интересной стране. Спасибо большое, Наиля Гумеровна, за вашу яркую и мотивационную речь. А сейчас я предлагаю уважаемому спикеру перейти к вопросам, которые задали наши уважаемые абитуриенты. И среди них есть один часто задаваемый. Изменится ли в новом учебном году стоимость обучения? Это я могу ответить на этот вопрос.
Имеется в виду прием 2021 года. Да. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, мы не можем точно ответить на этот вопрос, но по практике 2020 года цены были заморожены, и сейчас было негласное объявление о том, что якобы цены 2021 года также, ну, как бы останутся на уровне 2020 года. Но это пока на уровне разговоров. То есть пока мы не можем ответить конкретно на этот вопрос. Но в прошлом году, то есть с 2019 года, пока цены на контрактное обучение не менялись. И вполне возможно, что не изменится. Спасибо большое за ответ. Уважаемые спикеры, нам поступили вопросы касаемо проходных баллов. Абитуриенты интересуются, а какие проходные баллы были в этом году на специальность туризм? И стали ли проходные баллы в этом году выше по сравнению с предыдущим годом? Это Руслан Анатольевич у нас. Проходной балл из года в год он только растет. Честно говоря, в этом году мы ожидали, что на экономике проходной балл немножко снизится, потому что мест бюджетных дополнительно было выделено. А он, к удивлению, на 7 баллов, чем в прошлом году, даже вырос. Поэтому понижение проходных баллов, я уверен, что ждать, ну, не стоит. Лучше готовиться к тому, что было в этом году, в прошлом году. Промониторьте проходные баллы вот хотя бы 3 лет, и вы заметите, что балл только растет. Ну а туризм конкретно, проходной балл был 258 баллов. Спасибо большое за ваш ответ. Как вы знаете, среди абитуриентов вашего института есть и те, кто хочет перевестись в ИУФ после первого курса другого вуза. Что для этого вообще нужно сделать и какие требования предъявляются к студенту при переводе? Ну, для этого надо прийти в один из наших деканатов, а лучше прийти к заместителю директора по образовательной деятельности. Кабинет у нас называется C104. С заявлением, на котором и с той зачеткой, где он учился. Мы сравниваем учебный план того вуза, где он учился, и той программы, на которую он переводится. И говорим ему разницу, которую ему придется доздавать. Иногда у студентов при переводе возникает такая иллюзия, что если он учился на экономике, скажем так, в Уральском федеральном, переводится на экономику к нам, что не будет доздачи. Может быть, в зависимости от профиля поступления не будет, но иногда она бывает. А как правило, к нам переводятся студенты с других специальностей или с других профилей. Тогда там возникает разница в учебном плане. Но он оценивает свои силы, каждый из них оценивает свои силы, и если он готов сдать эту разницу, то он переводится. Но ему сразу разницу сдавать не нужно будет. Он эту разницу сдает уже при поступлении к нам, и у него, ему дается время. По-моему, Оксана Викторовна, где-то до 1 ноября. Где-то вот такие. Да. То есть он должен успеть, ну, скажем так, до зачетной сессии своей, того курса, на который он переводится, успеть эту разницу сдать. Спасибо большое, Наиля Гумировна. Mm-hmm. Наши абитуриенты часто интересуются, а сколько бюджетных мест предусмотрено на управление персоналом? Ну, в этом году, на приеме 2021 года там было 4 бюджетных места. В прошлом году там не было мест бюджетных. В 2021 году 4 места. То есть за что побороться будет? Немного, но есть. Но я хочу сказать, что количество бюджетных мест, к сожалению, какие бы ссылки на выступления членов правительства не проводили, мы не получили значительного увеличения количества бюджетных мест. У нас количество бюджетных мест на 8 только увеличилось на все экономические направления, на бакалавриат, и на 11 на магистратуру. Ну, на заочном направлении в этом году будут места бюджетные, 25 мест на гостиничное дело. В прошлом году у нас на заочное обучение вообще не было бюджета. В этом году на будущий год плюс 25, то есть есть абитуриенты, которые каждый год интересуются заочным обучением. Так что у нас на будущий год бюджет будет 25 мест дополнительно по направлению гостиничное дело. Да. Спасибо большое. Вы знаете, многих абитуриентов волнует вопрос выбора профиля. Уважаемые спикеры, на каком курсе студент выбирает профиль? Профиль выбирается на втором курсе. Дело в том, что у нас так называемый профильный бакалавриат, но они поступают сразу на обучение, а затем уже после общения с различными кафедрами, с заведующими кафедрами, выбирают свои профили. И выбор профиля
происходит на основании, помимо заявления студента, и количества баллов, которые они набирают за период обучения. И профилизация заканчивается, приказ по профилизации выходит где-то май-июнь этого года, ну, второго курса, то есть когда они заканчивают уже сессию летнюю. И, как правило, ну, там есть определенное количество мест по тому или иному профилю. И ребята выбирают вот на втором курсе, весной это происходит. Так что этой весной второй курс будет определять свою профилизацию. Спасибо большое. Угу. В Инстаграме нашего Казанского федерального университета спрашивают: добрый вечер, с какого месяца начнется прием документов? Прием документов для иностранных граждан стартует уже в марте, для россиян стартует прием 20 июня. Ну, это стандартное число, которое уже не менялось много лет. Прием документов старт 20 июня, предварительный финиш приема документов 25 июля. Наших абитуриентов также волнуют вопросы перевода. Можно ли на специальности экономика, бакалавриат, перейти с очного обучения на заочное на втором курсе? Конечно, можно. Имеется в виду, наверное, наш институт. Конечно, возможно. Но я еще раз говорю, даже по формам обучения может быть разница в предметах, потому что набор предметов на очном обучении и на заочном несколько отличается. То есть до сдачи разницы может быть всегда. Вот, то есть как бы вот переводы возможны, и, как правило, переводы именно возможны после первого курса. Уважаемые спикеры, абитуриент спрашивает, чтобы поступить на менеджмент, нужно сдавать базовую или профильную математику? Если в плане приема указана математика, это профильная. Однозначно профильная математика. У нас базовой математики нет, у нас только профильная. Только профильная математика. Экономист должен хорошо считать. Также у нас поступил вопрос в Инстаграме, а какие вступительные экзамены нужно сдавать на специальность экономическая безопасность? Русский язык, математика, обществознание, набор экзаменов, он у нас также стабилен, чтобы абитуриенты не путались. Русский язык, математика, обществознание. Если быть точнее, математика, обществознание, русский язык, так да, как так. При поступлении мы учитываем баллы именно по ранжированию предметов, как они указаны в плане приема. Математика, обществознание и русский язык. Ну и, конечно же, у нас сейчас задается традиционный для всех представителей института вопрос. Будут ли у вас проходить дни открытых дверей в офлайне? Мы планируем проведение дней открытых дверей в офлайне. И будем очень рады провести их в офлайне. Но вы же прекрасно понимаете, что это зависит не от нас, а от той ситуации, которая складывается не только в России, но и в мире. Если будет разрешение Роспотребнадзора, конечно, мы сами рады провести это в офлайне, потому что как бы намного интереснее пообщаться и поотвечать на вопросы в течение как бы того времени, который предусмотрен день открытых дверей. Но, кстати, график дней открытых дверей у нас тоже на сайте института вывешен, Руслан Анатольевич, да? И на сайте приемной комиссии у нас вывешен, да. Мы открыты ежемесячно, и не один раз в месяц мы будем с вами встречаться. Но вот офлайн — это вы, то мероприятие, которое мы очень бы желали. В последний раз желающих было так много, что актовый зал даже не помещал количество абитуриентов и родителей, которые хотели бы вот именно задать вживую. Да. Поэтому, может быть, исходя из эпидситуации, мы посмотрим, как это возможно. Ну, во-первых, мы сейчас делим и бакалавриат, и магистратуру. Может быть, по разным профилям соберем, не знаем, потому что, в самом деле, пользуются очень большим спросом день открытых дверей. Но посмотрим, ну, насколько в марте пройдет офлайн, хотелось бы. У нас в Инстаграме также интересуется, а сколько вступительных экзаменов для иностранных граждан? Есть иностранцы, которые потенциально могут поступать на бюджет. Это договор 5 граждане Республик Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Они сдают 3 экзамена. Абитуриенты, которые изначально поступают только на контрактную форму обучения, они имеют право сдавать 2 экзамена. Это уже как он решит. То есть, если на контракт, зачем сдавать 3 экзамена, когда можно сдать только 2 экзамена. На бюджет тогда уж будьте добры по полной 3 экзамена. А также в эту же тему нас интересуется, а эти самые вступительные экзамены будут сдаваться онлайн в 2021 году?
Это вот вопрос, который всех интересует. Мы пока не знаем ответа на этот вопрос. В 2020 году все экзамены сдавались онлайн. Все экзамены. Но то, что будет в 2021 году, еще раз зависит от эпидситуации. Мы бы, конечно, хотели бы проведение иное в офлайне, но пока ответ знает только... Да. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть вопросы. Видимо. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Один из вопросов. Можно ли получить целевое направление в Институте управления экономики и финансов? Целевое направление получить может, только даем его не мы. А есть определенные места для целевиков, когда вы заключаете договор с организацией, которая готова принять целевика. И вот на основании этого договора вы уйдете по другому конкурсу, по конкурсу целевиков. Целевики, это ведь не значит, что они поступают вне конкурса. У них просто свой конкурс, правильно я отвечаю? Да, у них свой конкурс, да, совершенно верно. Но желательно, чтобы, вот, например, если экономисты поступают, то, естественно, должны быть организации, указано, что они должны работать, естественно, по специальности. И я хочу заострить внимание, что с каждым годом ужесточается отношение к целевикам. То есть это не просто так, что вы заключили с предприятием договор, оно как бы вам оплатило обучение или как бы гарантировало вам какую-то стипендию, какие-то моменты, и вы забываете об этом предприятии. Сейчас очень жестко, особенно на технических специальностях, идет отслеживание как бы людей, кто учился по целевом направлении. Очень жестко отслеживают тех, кто учился на целевом направлении, особенно в этих, у педагогов и психологов. У нас определенное время не было целевиков на экономике. Два года не было целевиков. Два года у нас не было целевиков на экономике, на менеджменте, но вот сейчас стали появляться они. Но я еще раз говорю, правительство ужесточает контроль. То есть если вы даже заключите, может быть, даже с местным главой или с кем-то привезете письмо, это не гарантия того, что это будет целевое обучение. Тут надо очень жестко к этому подходить, и приемная комиссия тоже это контролирует. Да, вот Нелюбимир правильно подметила два таких важных момента. Целевое может быть контрактное, когда предприятие оплачивает студенту учебу, и потом студент отрабатывает. Есть целевое бюджетное, где реально очень контроль жесткий. Очень жесткий, то есть, контроль. Да, не просто письмо, как сказала Нелюбимир, именно целевой договор трехсторонний, который подразумевает стороны организации, которая направила абитуриента, стипендию, оплата проезда домой, то есть дополнительные какие-то льготы, преимущества с последующей отработкой на предприятии. Это очень жестко, и поэтому последний год целевой конкурс стал значительно проще, потому что предприятию, откровенно говоря, легче взять готового сотрудника, который уже отучился, чем кого-то учить, брать за него на себя большую ответственность. Поэтому целевой договор получить — это довольно-таки сложная процедура, потому что большая ответственность. Уважаемые спикеры, нас спрашивают, какие индивидуальные достижения учитываются при поступлении на факультет государственное и муниципальное управление? Только не факультет, а на профиль. Ну, на направление. Направление. Госмуниципальное управление — это профиль. Но я думаю, что у нас единые такие заслуги. Руслан Анатольевич сейчас скажет, какие прибавки к проходным баллам у нас есть. Ну, они, в принципе, стандартные. То, что вот, которые уже 3-4 года как вели, достижения индивидуальные. 5 баллов за красный аттестат с отличием, с приложением золотой или серебряной медали. Далее это конференция Лобачевского. Победа — 5 баллов, призер — 3 балла. Межрегиональная олимпиада КФУ. Победа — 5 баллов, призер — 3 балла. Спортивные достижения. И единственное изменение, которое вступило в этом году, за золотой значок ГТО — 2 балла. Раньше было 1. Так, в принципе, все. Спасибо. А также нас спрашивают, какой средний балл прохождения на государственном и муниципальном управлении? Я думаю, можно смело ориентироваться на 85 баллов.
я так сильно не совру. Если 85 скажу, баллов — это один предмет? Да, 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 средний, если средний проходной балл учитывать, да, один балл, то это будет 85. А если мы будем суммарно, то... 258 был балл проходной на ГИМО в 2020 году. Да, но если каждый набирать, да, 290 будет надежнее. Да, да, 90 баллов, извиняюсь, да, 85 маловато будет. Спасибо. А можно ли пересдать экзамен на контракт, если не поступило на бюджет? Что делать тогда в таком случае? По правилам приема экзамен сдается в году один раз. То есть если это ЕГЭ, то вы можете его использовать, ясное дело, в 5 вузах, в каждом вузе 5 направлений. А вот если вы закончили СПО или закончили в этом году, ну, на будущий год школу за рубежом, вы сдаете экзамен только один раз, и он идет конкурсе и на контракт, и на бюджет. Пересдать его уже будет невозможно. Спасибо большое, уважаемые спикеры, за такие емкие и содержательные ответы на вопросы наших абитуриентов. Теперь, я думаю, Наиля Гумеровна, вы сделаете свое завершающее слово. Я просто в завершение хотела бы сказать, сейчас, помимо ответов на вопросы, все-таки сконцентрировать внимание на тех проходных баллах, которые были. Запомнит, может быть, пересмотрит. Во-первых, проходной балл. Экономика очно 267 баллов. Это 2020 год. Менеджмент очно 264 балла. Но управление персоналом в этом году бюджетных мест не было, поэтому проходного балла нет. Госмуниципальное управление 258. Природа, обустройство и водопользование 179. География 211. География и геоинформатика 213. Сервис 258, туризм 258, педобразование по географии и экологии 220. То есть те проходные баллы, которые были у нас в прошлом году. То есть как бы ниже 80 точно экзамен сдавать нельзя. И если уже человек чувствует, что он не дотягивает до бюджета, я считаю, что не надо себя мучить, просто надо писать заявление на контракт, если он определился, что он хочет учиться на экономике в Казанском федеральном университете, и просто спокойно сдавать свои документы и летом просто отдыхать. И ждать приказа, который выйдет, и готовиться уже к поступлению. Но я бы хотела не завершить, все-таки несколько слов, у нас еще есть время, дать Оксане Викторовне сказать по иностранным студентам. У нас очень большой блок обучающихся в нашем институте, это иностранные студенты. Пока, может быть, они где-то не подключились, еще замерзли, еще холодно. Я знаю, что в Бухаре сегодня выпал снег, где-то в Ташкенте был снег. У наших вечных наших ребят, которые к нам приезжают из Узбекистана, и в Киргизии, и в Таджикистане пошли снега. Поэтому, может быть, ребята еще не задумываются о том, что скоро придет лето. Но я бы хотела сказать, чтобы несколько слов Оксана Викторовна сакцентировала по иностранным студентам и дать ей время, пока у нас еще такое время есть. Конечно же, Оксана Викторовна, пожалуйста, а потом уже мы уже закроем. Спасибо большое, Наиля Гумеровна. Я вообще начну, конечно, не совсем с иностранных студентов, а в дополнение к тому, что Наиля Гумеровна сказала, а по разнообразию тех программ, которые мы предоставляем, о том, что у нас есть особенного. И это программа, которая полностью реализуется на английском языке. И, делаем мы ее в сотрудничестве с университетом Лондона, а именно Лондонской школой экономики и политических наук. И идет она под направлению менеджмент, но по профилю экономика, международный бизнес. И это такая особенность нашего института, потому что вести бакалавриат полностью на английском языке, начиная с первого курса, достаточно трудоемкая задача. Но мы уже сделали 3 набора, что я считаю, что достаточно хорошо характеризует нас как людей, умеющих продавать, реализовывать такие программы. Часто задают вопрос, нужно ли сдавать английский язык дополнительно для того, чтобы иметь право поступать на данное направление. Нет, не надо. У нас такие же вступительные требования, как и ко всем направлениям, экономика или менеджмент, то есть это математика профильная, обществознание и русский язык. Но здесь большое но. Обязательно нужно будет пройти собеседование на английском языке для того, чтобы мы могли понимать, что вы будете в состоянии слушать лекции, и у вас не возникнет никаких трудностей с пониманием того материала, который мы хотим вам преподнести.
Здесь вот тоже очень хочу сделать большой акцент на том, что эта программа у нас с каждым годом приобретает все больше, больше интернациональный оттенок. Поскольку те иностранные абитуриенты не только из ближнего зарубежья, но и из дальнего зарубежья, которые готовы обучаться на английском языке, активно интересуются данным направлением. И у нас все больше студентов из дальнего зарубежья выбирают именно этот профиль — экономика, международный бизнес. Что касается иностранных обучающихся в целом, то, конечно же, все остальные программы реализуются на русском языке. Тут я бы хотела сакцентировать внимание на том, что вы должны, прежде чем подумать о том, поступать к нам или нет, все-таки оценить свои способности с точки зрения русского языка. Потому что помимо того, что вам нужно сдавать вступительный экзамен, а это русский язык, надо также обучаться на русском языке, слушать лекции. И вот если вдруг у вас такой барьер есть, пожалуйста, есть возможность взять онлайн-курсы русского языка, послушать что-то дополнительное или записаться на подготовительный факультет для того, чтобы без проблем преодолеть как барьер вступительных испытаний, так и барьер первой сессии. Наиля Гумеровна правильно сказала, что наш институт очень дружелюбный, мы всегда рады всем абитуриентам, которые хотят у нас учиться. И мы делаем все возможное со стороны администрации института для того, чтобы адаптировать первокурсников к новому их образу жизни. Но тем не менее, очень важно, чтобы студент сам хотел учиться, чтобы у него была направленность на получение хорошего результата. А для этого нужно вот сейчас, пока у вас есть время, немножко подготовиться. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы обучение у вас прошло максимально гладко. Если вдруг по каким-то причинам студент не может посещать занятия, мы, конечно, все очень оптимистично надеемся, что пандемия закончится, но сейчас мы уже можем с уверенностью сказать, что гибридный формат обучения у нас используется и используется очень успешно. Поэтому переживать по поводу того, что если вдруг иностранный обучающийся по каким-то причинам, потому что причины могут быть разные, миграционные задержки, не приехал вовремя на учебу, то мы его обязательно подключим к процессу обучения, и он обязательно будет с нами оставаться на связи 24/7. Вот здесь я четко могу гарантировать, что мы всегда на связи со всеми нашими студентами. Наверное, у меня пока все. Наиля Гумеровна, вам слово. Ну, я здесь могу сказать, только чуть-чуть продолжить Оксану Викторовну, что мы сейчас все очень активно говорили о программах бакалавриата, но у нас очень много интересных направлений по программам магистратуры, и одна из них тоже есть, как бы так, может быть, с Лондонской школы экономики. Это программа CCA, но она пока идет частично с английским языком, она будет в дальнейшем развиваться. Очень много интересных программ, одна из них полностью на английском, это общий стратегический менеджмент. Но это такой первый рассказ, первый штрих по нашей магистратуре. Я думаю, что отдельно по магистратуре у нас будет свой отдельный инсталайв, где мы будем разговаривать на эту тему, рассказывать, чем программы отличаются друг от друга, где и сколько бюджетных мест, куда уходят ребята после наших магистерских программ. И если мы уже завершаем, я хотела бы всех поблагодарить, прежде всего своих коллег, и еще раз сказать: уважаемые абитуриенты, команда чемпионов Института управления экономикой и финансов ждет вас. Мы в самом деле очень надеемся, что все, кто нас слушает, поступят к нам, будут нашими детьми, будут нашими студентами, и мы постараемся создать вам все условия, чтобы вам было комфортно работать и учиться в стенах нашего института. Спасибо большое, уважаемые спикеры, за ваши ответы и выступления. Ну а я напоминаю, что мы продолжаем новый сезон прямых эфиров с представителями институтов. И сегодня у нас на связи был Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. До новых встреч!